Сегодня приняли участие в открытом турнире по вольной борьбе на призы мэра Ярославля. В стенах легкоатлетического манежа весь день состязались молодые атлеты. Борцу, показавшему лучшее техническое исполнение приемов, коллегиальным решением судей, вручили главный приз – кубок. Кто стал лучшим, узнал Алексей Машков. Сегодня Расул Алиев стал лучшим борцом на Кубке мэра. На турнир приехал из Москвы, за плечами 10 лет упорных тренировок. Останавливаться на достигнутом даже не думает. Уже решил, что спорт навсегда в его жизни. Мечтает победить в Олимпийских играх, чтобы посвятить золотую медаль отцу. Конкуренция очень хорошая. Также мне понравилось, как организовали этот турнир. Это прям хорошо. Также меня наградили лучшим борцом Кубка мэра. Я очень благодарен этому. И хотелось бы выразить свои эмоции. Я благодарен своему отцу, своему тренеру. Я очень счастлив. Спасибо большое. Как считает тренер, все качества для достижения своей цели у Расула есть. Трудолюбивый, дисциплинированный, тренировки не пропускает. И, как видите, результат есть. Результатом довольны? Да, конечно, ошибки есть небольшие, но это уже чисто профессиональное. Я думаю, тренеру тяжело угодить в полном объеме. Но Расул сегодня показал хорошую борьбу. Соревнования на Кубок мэра Ярославля все больше ценятся у борцов. В этом году на турнир приехало почти в два раза больше спортсменов, чем в прошлом. Турнир проводит уже третий раз. Мы будем его продолжать точно. Турнир на Кубок мэра города Ярославля. Сегодня кубок был вручен самому сильному спортсмену, который победил и который доказал, что он готов выступать на соревнованиях любого уровня. В целом на турнире разыграли 27 комплектов медалей по разным возрастам. От 2015 года рождения.